Всех приветствую на игре Alone in the Dark. В общем, продолжаем бегать по этому заброшенному особняку. И, если честно, я уже не играл где-то месяц, и поэтому многое забыл, так что... Ну, основное-то я помню, что нам встретиться надо с нашим детективом Эдвардом Карнби. Также и пытаемся понять, что случилось с Олбидом Мортоном и этой женщиной, которая там что-то говорила, чтобы хочет его последний раз увидеть. В общем, вот так вот. Опять я не пойму, где что и как. Аптечка. Полка постороже должна хранить. Целый гарнизон. Так, я смотрю лестницу. А, вот мы здесь, получается. Пришли от той лестницы, что ли? Сейчас надо все рассматривать, чё почём. Чё там про лестницу ты скажешь? Ничего не хочет она говорить. Фотографии какие-то. Так идет она аккуратненько. Там чё, типа касса, что ли, или что это за аппарат такой? Проектор. Так, что у нас в инвентаре? Оружие, предмет. Ничего. Статус у нас еще плохо. Все плохо, все плохо. Документы она не хочет смотреть. Так, фотографии тоже. Здесь что? Это я так посмотрел на стену с плакатом. Ну-ка, зеркало. Кайф. Вроде столько всего. О, неужели? Зеркало хоть взял. Вроде столько всего, а ничего не берется. А, это свет. Хорошо. Странно, вот что-то подмигивает здесь, что-то не подмигивает, и поэтому... Смотрите, как она удерживает и ружье, и фонарик сразу в руке. Вот удобно. А то как в игре Doom сделали, блин. Либо светишь фонариком, либо стреляешь. Doom 3, я имею в виду. Там, правда, BFG Edition эту оплошность исправили, и до этого в модах, а так... Вот, девушка знает, как и ружье держать, и фонарь сразу светить. Так, 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 я вижу, что-то там внизу лежит. Гранатомет, обалдеть. Кто это его там забыл? Очередной дневник какой-то. Теперь синтез Человек-призрак стал реальным. Все эти годы, сквозь которые я шел на ощупь, сколько ошибок допущено, сколько оконных путей пройдено. Сегодня меня отказ истинный. Отец сегодня по твоим жилам вновь застроит жизнь. Отец, ты мой первенец, мой первый дичь. Клетки существ из тьмы не содержат ДНК как таковой, но зато у них присутствует кристаллическое образование с удивительными фоточувствительными признаками. Все говорит так, будто эти существа не рожают, потом стар размножаются подобно бактериям. Я пока что не определяю факты влияющих размножения, однако совершенно очевидно, что проникнув в ворота, я смогу знать очень много. В своей основе синтез предельно прост, но я пока что не овладел им досконально. Сначала необходимо извлечь несколько миллиграммов
физического образования, наиболее подходящие образцы, которые скапливаются в том месте, где должны находиться череп. Эти существа не имеют ни скелета, ни телесной оболочки, ни крови. Их структура больше подходит на некий минерал. Можно сказать, что этот минерал имитирует живое существо. Сразу после извлечения кристаллическое образование вводится в кровеносность живого человека. И они совершают процесс с помощью смешивания кристаллического образования существ и добиться более стабильных результатов. Прочитав только что мною написано, я должен согласиться, что сейчас мои методики по пяти средневековой медицине. Тем не менее, все это плода моей работы. Мир день открывает мне свои тайны, мне подаст новые тела, я собираюсь провести больше экспериментов, а убыт обеспечит меня сырьем. Похоже, нет. Пять ученые, это брат, что ли? Я уже забыл там, кто и что, как и почему. Гранатомет, 5 патронов. Так, ну что, лестница, пойдешь, нет? Или это она в библиотеку идет, наверх библиотеки? Ну-ка еще раз к этому прожектору. Вот предметы какие-то вот здесь что-то подсвечивается, типа выключателя, что-то ни хрена не подсвечивается. Ого, она насквозь через стол прошла. Недоработка, товарищи разработчики. Ну все, ладно, пошли отсюда. Да что такое? Не хочет уходить? А-а-а! Как так? Здесь, в принципе, и нет выхода. Зачем мне зеркало тогда? Ничего. Пока не буду включить свет. О боже! Что это такое? Что за гадость? Не на русском-то. Так, я вышел. А, ну вот из зеленой двери. Сейчас я бегу, непонятно. Что это? Ладно, попробую навязать этим бой. Что такое? Чё он наверх смотрит, не понимаю. Или там наверху что-то есть? Что-то случилось.
закрыто. А ну вот я в этот коридор убежал. Надо идти обратно. Так, а вот этот шкаф, может он что даст? Да какого хрена на английском стали писать? Блин, вы чё? Чё опять за глупости перевода? Там чё, зеркало? Так, нет, это отсюда я пришёл. Теперь надо идти по левую сторону. Что, наверное, зря я на них трачусь. Сокрыто. Ай-яй-яй! Ой, простите. Одна аптечка да плохо, вторая уже да окей сразу. Тревожно. Да, наверное, лучше убить их. Не рисковать сюда. А может свет включить? Они же должны бояться света. Или им пофиг. Что такое оружие? Патроны кончились, в смысле? Не раздражает, ну ладно, пусть там. Какой-то зал. Это непонятно, статуя в покрывале. Минус игры, что вроде столько вещей, как бы нарисовано, берутся минимальное количество фосфорных патронов. Так. А, это для ружья. Ну ладно, тогда будем опять с дробовиком ходить. Такая бандура. Приходится вот тут все сжать подряд. Ну вот некоторые вещи подсвечены, типа амулеты сохранения. Опять этот призрак, который тогда нам давал задание. Я знал, что могу доверять тебе. Подойди, подойди же, не бойся. Сделай то же, что сделала Элис. Мир намного прекраснее по ту сторону зеркала. Входи, входи же! Я бы не стал доверять какому-то призраку из зеркала или откуда он там говорит, из шкафа. Нет, это зеркало все-таки. Че, войдем, что ли? Отдай же мне зеркало! Зеркало. Выполни условия нашей сделки. Я думал, это толчок стоит. Я расскажу, кто твой отец. Давай, рассказывай. Что? После стольких лет, полных подозрений и боли, ты все еще сомневаешься?
Да я вообще молчу. Отдай зеркало сейчас же. А что, даже можно... Блин, тут даже варианта ответов не есть. Ну давайте отдадим. Чё? Чё? Ушлёпки! Я даже не сохранился. Вот оно как бывает. Я говорил, не надо доверять этому грёбаному призраку. Придётся теперь начать заново. Ай, уже не отдавать ему зеркало. Так, снова я здесь. Так... Попробую пока. Не заходи в зеркало. А, ну тут все это обратно. Пойдем. Так. Что-то это разбитая раковина. Ну все, ладно, заходим. Ну, чё, отдай же мне зеркало. Выполни условия нашей сделки. Сейчас я тебе лучше пару пуль всажу в бошку. Я расскажу, кто твой отец. Они бы хотя бы какие-то намеки сделали. Стоит давать, не стоит, а то просто дали. Ты все еще сомневаешься? Отдай зеркало сейчас же. Или типа намек был, что он так грубо потребовал. Ну ладно, зато мы видим, увидели альтернативу, что будет, если ответить да. Абканскую статуэтку Бизона. Карнби, ты можешь мной гордиться. Я и так тобой горжусь. Мне удалось победить призрака Десерто, и у него была статуэтка. Значит, наше задание почти окончено. Ты в этом уверен? Нет, просто захотелось подбодрить тебя. Подбодрил, спасибо. Статуэтка, и что, куда ее теперь? Вспомнить бы. Ладно, выходим отсюда. Опа. Это кто такой? Позволь поздравить тебя, юная леди. Я восхищен твоей храбростью. Но кто вы? Меня зовут Иден Шоу. Наконец-то я с вами встретилась. Иден Может, Шоу? Хоть вы сможете мне все объяснить? Я хочу поговорить с Оубедом Мортоном. Прежде чем попытаться заговорить с ним, наведайся в его кабинет. Там ты найдешь немало интересного. Но что с ним произошло? Время на исходе. Я, как последний шаман нашего племени, прошу тебя о помощи. Мои предки обучили меня древнему афганскому ритуалу, способному уничтожить сердце тьмы. Его нужно провести сегодня, иначе в скором времени человечеству придет конец. Мы должны остановить тени, пока они не расползлись по всему нашему миру. Но чем я могу помочь? Мы должны найти 7 статуэток, олицетворяющих наших богов света. Только после этого я смогу провести ритуал. И только после этого я стану тем, кем мне помешал стать этот белый человек, последним воином света. Я обещаю помочь вам, но как найти эти статуэтки? У каждого из 7 богов был хранитель, свое священное животное. Статуэтки изображают этих хранителей.
Угу. Семь священных животных. Но Иденшоу... Иденшоу... Короче, видимо, у нее глюки типа были. Карнби, я поговорила с Иденшоу. Я уверена, что он афганец. Афганец? Везет же некоторым. Иденшоу – индейец из племени апканов. Карнби, это племя исчезло с лица земли в начале 19 века. Честно говоря, меня это мало интересует. Ладно, опустим эту часть. В общем, ему нужно 7 статуэток, чтобы провести какой-то ритуал. Это он так сказал? Нет, это бабуля мне рассказала на ночь перед сном. Карнби, ну конечно же, это он рассказал о статуэтках. Если я правильно все поняла, это фигурки животных. Нет, блядь, сама придумала. Значит, узнать их будет несложно. Как только я увижу что-то похожее, я свяжусь с тобой по рации. Такой дробаш сразу. Вот так вот. Уже статуэтки теперь надо искать. А вот этот Иденшоу. Кстати, Иденшоу считает себя последним шаманом, говорит, что ему на 700 для того, когда он уничтожит логово тьмы Иденшоу. Кабинет Оубе, да блин, еще бы вспомнить, где этот кабинет. Непосильные задачи ставите, господин шаман. Так. А, вон ту дверь я не проверял, но она у нас была закрыта. А, ну это лестница уже там на другие этажи. Так, а что? Не с чем пока соединять. А вон та, где мы зеркало нашли, это не кабинет, а вот это... Я уже не знаю. Господи, кто там? Чтобы лучше сделать. Секс. Что? Здесь мы уже были. Возможно, стоит опять где-то там прошмыгнуться. Сейчас я еще в эту зайду, посмотрю, куда. Старым местам придется пробегать. Найти этот кабинет обуви надо. Опять лестница. А, ну, вот это второй этаж. Третий этаж. Ну, здесь я, в принципе, тоже был. Свет. А, это свет. О, с ума можно сойти тут.
столько всего. Да вашу ж мать, опять эти крипуны. Я думал, какого хрена, а оказывается, мне она по три патрона сразу бомбит. Нафига я вообще все тратил, я тут бегал уже. Короче, надо искать кабинет обуды, искать эти долбанные статуэтки. Что такая вот хренопопина. Ну ладно, я постараюсь найти место, где мы будем все это искать. Вот здесь ничего. На этом закончим. Думаю, выход найдем. С вами был 5 по 74. Всем пока.